Ну что ж, девчонки, иду я в сторону еще раз в КАФ, который у меня была пунтамента сегодня в 3:30. Хотела эту блондинку заснять в длинном бежевом. Никак догнать не могу. Туристов еще много. Туристов много. Но такая жара стоит все равно. Будет жарко до 31 градуса эти дни. Никак не закончится лето. Хоть в отпуск уезжай. Но, к сожалению, Мелисса уже пошла в садик. А с понедельника уже все пойдут в школу, по-моему. Даже школьники. Вроде сегодня в новостях рассказали. Догнала все-таки. Поняла. Ой, смотрите, вот это вот. Что это такое? Это курточка, что ли? По-моему, это курточка. Надеть вот сверху вот это вот платье. Ой, как они по цвету друг к другу подходят. Вообще так красиво. Хоть и синтетика, вот это вот платье золотистое, бежевое, да. Но с этим прямо, с этим жакетом, курточкой и с ботинками, ничего так смотрится. Модно. 85 евро всего платье. Джака бомбер 165 и 150 ботинки. Так, по-моему, полиэстер. Хорошо смотрится вдвоем. Вот так вот издалека покажу. Так, девчонки. Тут идет такая красивая женщина в шляпе. Очень элегантно. Длинное платье. Сумка Шанель. Шляпа. Хотела я сегодня надевать длинное платье, но такая жара, духота стоит. И для этих пойдет. Как ее называется? Для конторы. Где меня ограбили на 69 евро. Для них я в рубашке и в шортиках тоже пойду. Еще зайду по дороге в химчистку к Пауле, потому что, оказывается, маленькую капельку Космополитана, или, не знаю, такая розовая капелька есть на брюках белых, шелковых. Я их сама не стираю. Все время ношу к Пауле. Вот она наша. Слишком много всяких звуков странных, чемоданов. Университет для новых подписчиков. Университет Бо. 800 лет. Еще все названивает чувак, который на улице меня остановил и угощал каждый раз. Он сидит здесь в центре, в баре, и угощает меня каждый раз кофе или каким-то дринком. Давай, говорит, еще раз встретимся. К 4 часам выпьем капучино, кофе, что хочешь. Но сегодня времени нету. Так, я пойду отсюда, потому что грохот этого чемоданчика. Кафе Педроки справа. Всех салютую. Желаю всем здоровья и добра. Пойду вот так по переулочкам. Тут сквозняки немножко есть. И солнца нет. Надоело париться.
от жары. Смотрите, какое небо голубое, красивое, архитектура. Так, мне надо зайти к Паулю, а потом в контору. Благо, они находятся друг против друга, палацы. Хоть в одну сторону пойду. Ой, как я спала без задних ног. Я заснула где-то в 9:40 вечера и проснулась сегодня в 7 утра, представляете? Или в 7:30 утра. Сколько часов я спала? Я вот, у меня организм такой умеет. Зара. Ой, эта девушка прямо сюда идет со своим чемоданом. У меня такой организм, что я, что мой организм имеет самосохранение, самовыздоровление, самовосполнение. Каждый раз, когда я на какой-нибудь тусовке или поездке не высплюсь, на следующий день отключаюсь на 12 часов сна. Как бы сам восполняется организм энергией, отдыхом и энергией. Я очень рада этому. Я могу выдержать целую ночь тусовки, но на следующий день сплю как сурок. Вот вам еще церковь в центре. Вот теперь всем здоровья и добра. Как по-летнему красиво оделась девушка в коротком платье. Так, Луиза Спаньоли, все то же самое, везде все то же самое висит. Так, Павин эксклюзив. Павин эксклюзив. Вот это вот что за брюки такие? Синтетика или что? Ой, какая интересная сумка. Что за сумка интересная? Что за марка? Посмотрим. 495 евро, не написано. Марикино Дон, Манекино Донна. Это кожа? Ноутбук, да, называется такая кожа? А что за сапожки такие на маленьком каблучке? Под цвет этой сумочки. Так, твинсет тот же самый. Уже мы смотрели много раз. Ой, как бы мне не опоздать на мой апунтамент драгоценный. Всем пока. Ой, вперед меня пришла другая женщина. Вот так вот чистят и туфли. Репарационе балерина. Сумки. Так, посмотрим, во сколько. Я думала, в 4 открывается. Ботинки. Пойду схожу в контору, потом вернусь. В шортиках и оверсайз рубашки. Но, девчонки, какая-то походка мужская, да? С подружкой встретилась. Подружайки. Я все смотрю на эту сумочку. Но вот эти Сваровски, интересно, будут откалываться? У меня от Шанель две Сваровски откололись. Потом они мне бесплатно сделали ремонт. Как это называется? Который на воротник вешают. Как же называется-то? Ёлки-палки, забыла слово.
Посмотрим на итальянок. Байсака.